Всем привет, я Скиф, это Don't Starve Together, и чё-то меня потянуло поиграть опять с бескомпромиссным модом. Тем более, что бескомпромиссный мод, он постоянно развивается, и когда я в прошлый раз играл, ещё не успел застать новый биом, там даже новый босс в этом биоме, какой-то там ещё новый контент, ребаланс, исправления, правки разные, и много чего ещё нас ждёт в этой модификации. Играть я буду и с другими модами, для... просто улучшение интерфейса и каких-то там микромоментов. Ссылочка на все моды будет, ссылки вернее даже будут в описании, само собой. Ну и очевидно, очень частый вопрос, почему у меня все на русском? А потому что я пользуюсь русификатором, очевидно. Ну а чтобы вам не приходилось постоянно прибегать к помощи русификаторов, неплохо бы выучить английский. В этом вам может помочь сервис Puzzle English. Само собой, изначально необходимо узнать, а на каком, собственно, уровне находятся ваши знания английского языка. И в этом вам поможет тест на проверку словарного запаса английских слов, который бесплатен для всех пользователей Puzzle English. С помощью этого сервиса можно выучить язык самостоятельно, не тратя уйму времени на поиск теории и разных упражнений. Само собой, для удобства есть удобные приложения для iOS и Android, поэтому заниматься можно не только за компьютером, но и лежа на диване, или же, к примеру, с пользой тратить время в дороге. Еще на Puzzle English есть раздел «Слова», в котором, кто бы мог подумать, можно учить слова. Причем нужные слова можно добавлять в свой словарь, а потом слушать их с акцентом, смотреть видеопримеры их употребления и, само собой, тренировать. И это я еще не упомянул про то, что в сервисе имеется много упражнений по интересам. Это и различные отрывки из фильмов, песни, интервью, подкасты и многое другое. В общем, учи английский вместе с Puzzle English по ссылке в описании. Ну и включаем все те моды, которые нам потребуются. Этот нам мод нужен для того, чтобы оптимизировать боссов под одного персонажика, насколько я помню. Epic Healing Bar нам тоже потребуется, Finder. И вот это вот все тоже нам надо. Leon и Main Raid можно вот этот вот ставить. В принципе, и то вроде бы работает аналогичным образом. Smart Mini Sign может быть поставить, потому что табличками мне тоже тут заниматься будет некогда. И, в общем-то, тут хотя бы как-то бы выживать, поэтому тоже, опять же, включу. Ну и по клиентским модам тут, в общем-то, стандартный набор. Худ можно какой-нибудь другой, допустим, подрубить. Худ периодически я буду менять. Почему бы и нет, это нам не потребуется. Geometric Placement потребуется, эмоции, возможно, как вариант. Ну и что еще тут? В общем-то, наверное, и все получается. Ну и в качестве персонажа я решил выбрать Вортекса. По крайней мере, он мобильный, да, у него есть свои проблемы, с которыми мы все непременно столкнемся. Но да посмотрим, тут в любом случае любой персонаж сталкивается с проблемами, поэтому, я думаю, не суть важно. По крайней мере, воевать будем часто, а соответственно души мы сможем зарабатывать, я думаю, без особых на то проблем. Ну или с проблемами, но тем не менее. И новый биом. Я абсолютно не знаю, чего от него ждать. Но, думаю, когда найдем, потихонечку будем разбираться. Ну и по первости нам, конечно же, надо собрать основные наши какие-то ресурсы. Помним про то, что здесь все абсолютно хочет нас убить. Причем самым хитро извращенным образом. И вон там уже сразу пауки какие-то пасутся. Где базу разместить, как бы, пока непонятно. Но что-то возле портала не очень хочется. Там какая-то лужа крайне неприятная с лягушками. Довольно близко здесь получается лиственный биом, да? Есть еще вот эта вот статуя, которая активирует некий ветеранский режим, в котором становится еще сложнее выжить. Ну, вроде как есть какие-то там награды, и этот самый ветеранский режим мы, наверное, поначалу так точно подрубать не будем. Не знаю, стоит ли его вообще подрубать, потому что, по-моему, на подрубание этого самого режима все может преимущественно-то и закончиться. Кремня, кстати, не удалось нормальным образом найти. Возможно, зря вообще прусь в этот биом, что мне от него надо. Но, скорее всего, мне от него надо просто посмотреть, что там дальше, если там вообще хоть что-то дальше. У нас пока что только первый день, а там уже скоро и ночь. И не очень понятно, где и какие биомы. Опять же, новый биом хотелось бы найти, о котором я уже говорил, да, и как-то там его поизучать. Но тут как повезет. Когда нарвемся, я думаю, тогда нарвемся. Ну, всякую еду можно собирать. Хотя для Вортекса она, конечно, не столь эффективна, как хотелось бы. О, индюшка. Это плюс мясо халявное так-то. Ну-ка, иди сюда. А халявное мясо — это всегда хорошо. Ах ты ж дрянь, она еще одну ягоду сожрала. Блин, ну с кулака ее сложно убить, да.
Так, подожди. Птица, стой! Ты съела мою ягоду, я должен съесть твое мясо. Все, она. И плюс душа. И душу этой индейки забрал, отлично. Ну и, в общем-то, одно из преимуществ Вортекса заключается в том, что мы можем просто делать вот так. Хобана, я уже здесь, да? Получается, не приходится оббегать. По-моему, здесь достаточно далеко оббегать. Не хотелось бы. Зато тут вон всякие ягодки есть. Но, наверное, в больших объемах их нет смысла, опять же, собирать. Все это успеет попортиться. Из крота можно, кстати, душу вытрясти. Но мне надо оружие. Мне надо хотя бы парочку золотых этих самородков найти, чтобы построить научку. Сделать себе хотя бы копье, сделать себе сумку. И уже как-то будет повеселее. Ну, а пока что, наверное, по краю карты стоит бежать и чисто заниматься разведкой. А вот и золотишко. И кто-то тут... не смог его собрать, очевидно. Ладно, так, валун. Что у нас по киркам, да? Тут же сейчас еще новые имбо-огороды, которые мне, скорее всего, не очень-то пригодится. Вряд ли у нас будет время заниматься огородом. Ну, а желание так точно не будет заниматься огородом, поэтому да. Так, сколько там на научку надо? Ага, немножечко еще дерева, еще немножко камня. Надо это быстренько все добыть. Научку организовать. Так, кремень тоже замечательно. Ну и дерево, я не думаю, что отсюда могут сейчас прям подскочить энты, поэтому... О, всякие топорики, блин. Давай сделаем какой-нибудь самый простой и что-нибудь вот посерьезнее срубим. Потому что сейчас уже ночь, тогда, наверное, имеет смысл развести костер. Это минус дерево, кстати, да, киберспортивненько. И возле костра уже сделать научку. Вот, поставил научку, теперь можно что там сделать... Оружие же делается, правильно? Одна веревка нужна. Благо, я вроде бы травы насобирал некое количество. Клюшку можно сделать. Не знаю, давай сделаем такое копье, пусть будет. Нам в любом случае потребуется оружие. Там вон лягушки за нами выехали. И какую-нибудь бы сумку организовать. Мунойл. Так, это из модовских, да, предметов. Термальный камень с черепком. К чему бы это? Что это за обозначение? Сидпэк. Ладно, нам нужна простая сумка. Ну, кстати, почему и не с бифала? Все. Теперь есть куда что складывать. Душу мы сюда впихнуть не можем, особенность нашего персонажа. Но вот мясо, к примеру, можем приготовить. Чтобы хоть как-то покушать. И морковочку там приготовить. Единственное, что это не суперэффективно. Есть, но тем не менее. Мы можем душ, к примеру, схавать. Сейчас 89 голода. Хоба, 108. Там немножечко рассудок подотсел. А здесь сколько даст нам? 6? 113, да, 6 всего лишь сытости. Это не особо-то и много. Ну да ладно. Погнали пока дальше с разведкой. Разведывать тут еще... Ой-ой-ой, сколько много. Блин. Единственное, что разведывать-то разведывать. А вот это дело неплохо бы снести, потому что золотишко нам пригодится. Ага. Ни травы, ни камня нету. Печаль. Опаньки, а вот и камень, плюс еще и золото. Замечательно, тут тогда надо это сразу дело все формануть. Сбегать, разломать получается научку, она тут рядом, вот она тут буквально. Рукой до нее подать. И золотишко сразу на будущее. Ну а ночью с факелом тогда побегу в разведку. Тем более, что я факел уже скрафтил. Ну как побегу в разведку, просто продолжу разведывать. Так, а что там для молота надо? А, не особо-то и много ресурсов, давай сделаем. Пригодишься. Доламываем. Золотишко. Так, давай еще кирку. Вот эти вот камни можно тоже доломать. И продолжать наши поиски. А вот, кстати, червоточинка, которой неплохо бы воспользоваться. По старому доброму принципу увидел червоточину, пользуй, как бы, да? Ага, найс, конечно. Получается, обратно вернула. Ну ладно, прыгать еще себе рассудок просаживать, наверное, нет в этом особо большого смысла. Можно тут по дороге еще травы собрать. И просто двинуться в этот край, короче. Ну такая себе пока, конечно, разведка не очень продуктивная. Опаньки! Огромный улей сходу. Так, с пауками мы пока что не конфликтуем. По дороге еще вон там веревок нашел, пару ловушек. Это, в общем-то, не так уж и важно, но может хозяйство пригодиться. И из лепестков не мешало бы сделать себе венок, чтобы рассудок восстанавливать.
принципе, тоже полезным будет, я думаю. Здесь можно было просто, конечно, пропрыгать. Но что поделать. Так, и ночь тут же бывают рандомные ивенты. Может что-то происходить не очень-то и хорошее, если это не изменили. Потому что давненько я не играл в бескомпромиссный мод. Давай тогда венок. О, какой-нибудь боевой. Опа. И погнали. Блин, меня же свиньи мудошат! Ёпта! Найс. А чё так больно? Где мои хп? Нифига себе, шкурку решил отжать. Очень вовремя. И очень качественно и профессионально. Блин, тут же еще скорпы, собаки, кого только нету. Просто на волосок от смерти. Блин, а как мне теперь захилиться? Алло, игра. За что? За что мне такие сразу страдания? Так, туда просто так не пройти. Офигеть. Просто офигеть. А, подожди. Фу. А вот я и захилился. Единственное, что теперь надо находить пауков. Каких-нибудь или кого-нибудь и шатать. И неплохо бы шапку организовать себе. Или хотя бы нательную броню. О, крот, 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 крот. Крот. Твоя душа будет моей! О, кроты имба. Кроты имба. Кротов надо шатать. И вот еще хрюнгели. Отлично. Давай с них тоже добудем свиные жопки. Очень похоже на мозаичный биом. Здесь еще вон золотишко есть, что нам как раз таки на руку. 7 золота уже, да? Но надо еще больше золота, по факту. Ё-моё. Давай такую кирку, почему нет? Вот эти бы еще биом... биомы, хотел сказать, блин. Дорожку эту выкопать. Этот дерн было бы тоже, кстати. Но сейчас немножечко, правда, не до этого. Так, камня тоже нафармил. Кремень есть, все есть. Души надо нафармить. Да. Вот тут еще дорожка есть. Я, получается, отсюда тэпнулся сюда. Одну единственную свою душу эту потратил. Ну да, это точно мозаичный этот биом. Или шахматный, как он правильно называется. Шахматный. Ёб твою мать! Ага! Чё за дерьмо? Я этого вообще не ожидал. Фу. Ну нафиг, такие приключения. Блин, золотишко хочется поднять. Все, текаем с городу. Там вон камень, под которым пауки тусят. Меня сейчас эти говна собаки съедят. Блин, их еще и две. А мне бы их убить в целом. Но нет брони. Черт, как с вами справиться? Надо... Опа! О, минус. Все, шикарно. Фу, блин, вот это было, конечно, мега неожиданно. Мать моя женщина, что за дерьмо происходит в этой модификации? Блин, ну кроты, конечно, топчик. На кротах тут душу можно фармить только в путь. Здорово. И мясо, и как бы, да, и душа. Что нам еще для счастья надо? Можно вон душеньку крота и захавать, одну, вторую. Вот я уже и сыт. Кроты вообще на изичах добываются. Ну, если ягодки кушать, как видите, туда по 4, как бы, сытости. Не так, чтоб много. Так, блин, а мясо монстра мне сейчас не особо поможет. Прям, мягко говоря. О, морковки, правда, дофига. Ладно, пускай пока будет со мной. Я пока не очень представляю, где базу разбивать. Ну, возможно, где-то и в этой стороне. Но надо доразведать, конечно, побольше. Чтобы понять вообще, где стоит загнездиться. А вот и стадо бифала. Я надеюсь, бифала тут ничего, никаких приколюх не выкинут. Дайте я ваши какахи пособираю. Тут вон алтарик есть, еще свиные жопки. Но у нас типа и так свиных жопок вроде бы в достатке. Так, факел. Можно и траву пособирать. Или с другой стороны, хотя, блин, с факелом в руках особо-то и не подолбишь. Ладно, пусть будут. В любом случае, у нас где-то база будет неподалеку от этого алтаря, я так думаю. И рядом. Хотя слишком близко с бифала селиться тоже не вариант. В определенные сезоны они как бы очень даже будут против моему соседству. Ну да ладно, подумаем на этот счет еще. Меня уже вон вычислил местный подкаменный, блин, этот паук.
Вот отсюда они умеют вылазить. Но мне надо осмотреться, да? Если что, мы можем куда-нибудь протепаться. Бывает еще и ситуация, когда лунный биом где-то очень рядом. Но правда, в моем случае это не бывает примерно никогда. Но я все лелею какую-то такую надежду, что смогу лайтовый такой биом лунный надыбать. Туда еще он биом идет лиственный. Тут короля свиней вроде как не было, значит, он там, получается, тусит, живет. Скорее всего, да? Где тут еще должен быть, опять же, новый биом, о котором я не раз говорил, но на который мы еще ни разу не нарвались. Так, червоточина. Червоточину надо по-любому смотреть, я думаю. Гов червоточину. Там голова коня была. Но они сейчас на карте отмечаются, поэтому можно не помечать специальным образом. Хоба! Вот оно что, да? А как я эту червоточину пробежал и не заметил? Это, конечно, интересно. Ладно, возвращаемся пока что обратно. Далеко не все тут еще доисследовано. И надо куда-то сюда пока что влево двигать. А это, кстати, большой полноценный каменный биом, где дофигища золота. Если вот здесь где-то базу организовывать, к примеру, вот тут вот, или вот тут с угла. Ну, надо еще подумать, короче, где меня тут не буду сильно прям уж мудошить. То до камня золота здесь, в принципе-то, недалеко бежать. Да и десяток золотишек есть, ладно, пока что не будем акцентировать свое внимание на его фарме. Тем более, что, опять же, повторюсь, бежать до него вроде как не особо-то далеко. Тут еще вот даже немножечко льда осталось. Кстати, я давным-давно в игру не заходил, и мне что-то не падают подарки. Хотя за вход в игру дали мне, кстати, элегант, правда, тот, который у меня есть. Скинчик на пета, на дракончика. Но, тем не менее, плюс нитки, по крайней мере. А вот это неплохой подгон. Шахтерская касочка. Блин, у меня инвентарь уже забитый. Наверное, надо будет уже скоро бежать и что-то как-то все-таки строить. Да и золотишко халявно валяется, долбать ничего не надо. Но каска — это прям must have. То есть можно отказаться вот от этого привитивизма. Нафиг нам факел. Мы будем уже полноценно бегать с каской. Клыки пригодятся для этих же, для наборов для шитья, да, как минимум. Возможно, еще где-то как-то будут использоваться. Ну и пока что бежим тогда в ту сторону, раз исследовать, расследовать, что там, как там. Ну и, скорее всего, уже совсем скоро надо строить что-то для себя. А еще желательно не сдохнуть, блин, от ладьи. Че она тут защищает? С нее, по крайней мере, шестеренки можно выбить. Единственное, что без брони как-то с ней драться, ну, не очень круто. Скорее всего, до первой тычки по мне эта битва будет. Чё-то как-то много веревок разбросано, блин. Еще веревки, еще ловушки. Ловушки пригодятся для ловли пауков. И что-то, правда, я пауков не встречаю. У меня тоже есть две ловушечки, которые как бы... Опа! Кроты. Кроты. Вас еще и дофига здесь. Что вдвойне прекрасно. Так, флейта нам нужна, безусловно. Так, кроты, куда вы по норам? Давай. Душа. Ко мне, крота. А, на, остальные разбегаются, получается, да? После того, как ты на их глазах убиваешь крота, другие начинают что-то подозревать. Опа, а этот какой-то обезбашенный, наверное, был, по крайней мере. 7 душ. Можно больше. А вон еще кротейк, иди сюда. Что-то умирают они с одной тычки буквально. Это чертовски хорошо. Ну-ка. А вон еще один. Кротецкий! Иди сюда. А, нормальное количество душ. Блин. Вот теперь совсем нормальное. Долбаные свиньи. Так, уходим. Ну, здесь явно король свиней. Вон тут деревни этих самых свиней. Что с свиней взять? Так, жди, а где мой венок? Сфига ли я его снял? Еще какая-то хрюшка, блин, пристала. Совсем я забыл, что Вортекс слегка себе монстр. Свиньи нас недолюбливают, мягко говоря. Возможно, мы как-то это в своих интересах сможем использовать. Но пока меня шпиняют все, кому не лень. Ну да ладно. Так и не будет продолжаться вечно. Навоз пособираем. Я пока не очень знаю, зачем он мне. Но, наверное, где-то как-то приспособим. Потому что вряд ли я прям огородами-то займусь. У нас еще от осени, конечно, дофига времени. Но на огороды, скорее всего, этого самого времени явно не будет. Угу. Найдена очередная червоточина. Здесь еще вон есть болотце.
Есть туда дорога, но надо прочекать, куда все-таки ведет червоточина, я думаю. Блин, рассудка все меньше. Так, подожди, это куда это? Откуда меня прогнали, да? Ёпта. По крайней мере, тут довольно много механизмов. И довольно много халявного дерна. И люлей меня тут могут халявно отсыпать очень-очень даже. Поэтому стоит бежать. Ой, ёпта, сколько вас тут много-то. Не, мне, конечно, надо убить хотя бы одного коня как-то. Но хотелось бы брони. По идее, это недалеко от базы, гипотетическая. Потому что гипотетическая база где-то там будет, да? Ну и в эту сторону недоразведывана. И как-то надо рассудок восполнять. С помощью венка, ну так себе мы восполняем рассудок. О, давно такую генерацию не видел. Тут целый биом с этими птицами. И туда можно заводить какого-нибудь циклопа или мишку. И он там знатно так пошатает всех. Это как бы с одной стороны хорошо, в теории. С другой стороны, сейчас еще дождь, блин. А дождь это не очень круто. Хотя для Вортекса это, конечно, не критично. Но в этой игре намокание с этой модификацией ничего хорошего не несет. Ну, короче, да, нам надо идти строить базу и идти сюда куда-то исследовать. Я так подозреваю, новый биом либо там где-то. Мы до него попытаемся как-то добраться. Но будем делать это уже в следующий раз. А на этом же всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока.